В этом, по сути, наша работа сейчас, в объединении между нами. Потому что главное, что сейчас между нами проявляется, это общие проблемы, групповые. Относительно всей группы, всей организации. Это намеренно послано свыше, это нам помогает объединиться, потому что иначе мы не сможем сделать ни шага, не будет причины для объединения. И поэтому сейчас раскроется очень много всяких разных причин быть вместе, быть объединенными. Иначе придут силы внешние ненависти, которые желают отделить нас друг от друга, поделить, развалить. Все это посылается, разумеется, от той самой высшей силы с помощью всяких разных сил, которые посланы, несущие нам зло. И мы так и должны это принять. Принять в плоскости нашего мира, противостоять им в рамках принятых в нашем мире, а также и в духовном, на духовном уровне. И главное это на духовном уровне, в объединении между нами. Если нам удастся правильно объединиться, то мы нейтрализуем всех этих посланцев просто в их корне, буквально в самом их корне. Потому что они посланы только для того, чтобы привести к объединению у нас, между нами. Только для этого. И поэтому у нас нет ненависти к этим внешним, которые хотят, как злые собаки, нас ухватить. Мы понимаем, что все исходит от Творца, и должны бороться в двух плоскостях, и в плоскости нашего мира, в рамках закона, и в рамках духовного закона, на духовном уровне, а там с помощью объединения между нами.